Ваня, с победой. Первая победа в чемпионате. Твой комментарий по игре. Ну, тяжелая игра. Понятно. Давно не играли. В тонус еще нужно прийти. Это важная победа для пацанов. Как начнешь, так и закончишь, можно сказать. Чтобы дальше двигаться с хорошим настроением. Готовиться к следующей игре. Ну и все только с боевым настроем дальше. А чем сегодня соперник удивил? Ничем особенным не удивил. Да, контроль хороший, хорошая команда, компактно играют, перемещаются. Боевые пацаны, тяжело было играть. Погодные условия, но все в равных были. А так, ничего нового. Сегодня тренерский штаб доверил тебе капитанскую повязку. Насколько тяжело, может быть, было управлять такими более опытными товарищами? Ну да, вначале растерялся, конечно. Непривычно. Такие опытные игроки, когда в круг стали, наше волнение. Не знал даже, что сказать. Потерял дар речи, можно сказать. Это что сказал в итоге? Сказал, что первая игра, обязательно нужно выиграть. И все подбодрили. Андрей Михайлович, первая победа, первый матч чемпионата регионального среди команд второй лиги. Ваш комментарий по игре. Ну, приятно. Первую игру начинать с победы, но победа очень тяжелая. Но в первую очередь, конечно, здесь сказалось то, что все-таки чемпионат начался очень поздно. Игрового тонуса не было. Это особенно было заметно во втором тайме, когда вышли, скажем так, свои ребята. Если в первом тайме еще игроки основного состава, которые имеют практику в чемпионате, у нас что-то получалось. Да, были недосчеты, в основном там опорная зона проседала. То во втором тайме в атаке ничего не получалось. Но опять-таки я делаю скидку это на нехватку игрового тонуса. Да, и встречный вопрос. Практически месяц не было игр, не было ни товарищей официальных. Насколько было тяжело так держать таких более молодых ребят в тонусе, чтобы они так не потерялись? Ну, здесь больше не в том плане физически держать их, в плане моральном надо было поддержать, потому что чемпионат то один решали проводить, потом второй. Это, конечно, угнетало ребят, но собрались молодцы, дотерпели. На данном этапе этого хватило для победы, но дальше, конечно, качество игры надо улучшать. И как оцените качество игры соперника в сегодняшнем матче? Ну, я знал, что Днепр, мы предсезонную подготовку проводили с ними две игры. Команда хорошая, хорошо бежит в контратаку. Да, были у нас провалы, еще раз говорю, опять-таки, это игровой тонус. Поэтому были готовы, что надо будет бежать. Не всегда получалось, но в целом довольны. Да. Ну и сейчас команды будут играть практически там, каждую неделю. Как будете настраивать, как будете готовиться? Ну, играть это, я думаю, все ребята соскучились по игре. Поэтому здесь в настрое, я не думаю, что будут какие-то вопросы. В физическом плане должно хватить. Раз в неделю играть, хорошее время года. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Да, спасибо.